Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге, как и в прошлом году. На этот раз президент вместе с другими прихожанами был на праздничном богослужении в Спасо-Преображенском соборе, где, как рассказывал глава государства, он был крещен. Этот храм – один из самых посещаемых в северной столице. Широко известен его хор, в состав которого входят солисты академической капеллы. В качестве подарка Владимир Путин передал собору икону «Господь Вседержитель».